Здравствуйте, с вами Светлана Цветкова. Рада приветствовать вас на канале «Майя Мастерская». Сегодня я хочу вам сообщить очень радостную новость. Начинается наш с вами совместный онлайн-мастер-класс по вязанию вот этой очаровательной яркой брошечки «Клубничное настроение». Буду вам рассказывать и показывать, как я ее вяжу. И надеюсь, очень скоро у вас появятся свои клубничные брошечки. Моя брошка является частью комплекта «Клубничное настроение», который состоит вот из такого браслетика с ароматными можжевеловыми бусинками и вот таких вот клубничных аппетитных бусиков. Так, для создания вот этой брошечки «Клубничное настроение» я использовала следующие материалы. Нам понадобятся хлопковые тонкие ниточки «Ирис» предельно-ниточного комбината «Кирова». Более светлый оттенок и более темный оттенок. Для вязания листочков и верхушечек ягодок. Для ягодок нам понадобится красный цвет. И для цветочков понадобится белый и ярко-желтый оттенки. Я использую ниточки предельно-ниточного комбината Кирова, потому что они мне очень нравятся. Очень богатая цветовая гамма, они хорошо ведут себя при вязании и потом в эксплуатации. Поэтому я вам советую именно их. Внутри моих ягодок наполнитель синтепух. И чтобы листочки брошка держала хорошо форму, я использую проволоку. У меня проволока диаметром 3 мм. Цвет я взяла под серебро. Вяжу ниточками ирис я всегда тонким крючком номер 1. Листочки мы с вами будем вязать в 2 ниточки, для того, чтобы они лучше держали форму. Когда буду вязать в 2 ниточки, я буду использовать крючок большего размера. Это будет крючок номер 2. Также нам понадобятся с вами ножницы и иголка. Я использую гобеленовую иголку с широким ушком. Итак, конечно же, нам еще с вами понадобится хорошее настроение и желание создать красоту своими руками. Итак, готовьте ваши инструменты и материалы, и мы начинаем!